индустрии, но я очень надеюсь, что сейчас действительно здравый смысл восторжествует, и эта услуга, которую так долго ждут абоненты, ждут потребители, и которую, собственно, общество потребителей ее проталкивало, лоббировало. Это не так часто бывает в нашей стране, что в близком будущем, в обозримом будущем эта услуга начнет действовать. Теперь вот по поводу платности. Мое мнение, так